Привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. В рамках работ по реконструкции крыши применяем вот такой вот материал Delta XX Plus в качестве подкровельной гидроизоляции. Это у нас идет диффузионная мембрана. Вот здесь вот у нее в местах перехлеста наносится специальный клеевой слой на тыльную сторону полотна, которое мы укладываем сверху, и, соответственно, на лицевую сторону полотна, которое у нас снизу. Вот в местах, где вот эти полосы плотно легли друг на друга, получается очень качественное клеевое соединение. Оторвать его вот здесь вот практически невозможно. Можно только повредить сам непосредственно материал. Ну а индоу мы выполнили традиционно классическим способом. Сформировали вот такое вот корыце. И перехлесты полотен между собой проклеили мультибендом. Скобы будут все перекрыты уплотнительной лентой.